В подмосковном Жуковском готовится к юбилею легендарного аэрогидродинамического института. 90 лет в ЦАГе испытывают российские летательные аппараты. Сложнейшая аппаратура позволяет создать иллюзию полета. Экзамен на прочность здесь сдавали и Ту-154, и новейший суперджет. О технике на грани фантастики в репортаже Антона Войцеховского. Здесь любая группа людей кажется маленькой. В старейшей аэродинамической трубе ЦАГИ размер не имеет значения, но только потому, что крупное тут все. От воздушных коридоров... Это обратный канал, по которому воздух проходит от вентилятора в рабочей части. До компрессоров. Один из двух мощнейших вентиляторов, который приводит в движение поток. И вот смотрите, мелкий зазор всего лишь 1,5 сантиметра между полом и лопастью. Здесь испытывалось практически все, что летает у нас в России. Практически, потому что тестировали и то, что не летает. Вот, например, мосты, макеты скоростных поездов. Но все-таки для ЦАГИ первым делом всегда были самолеты, модели которых помещали в аэродинамические трубы, изучали явления подъемной силы, штопора, увеличения угла атаки, то есть все то, что происходит с самолетом во время полета. На поверхности крыла образуются зоны срыва, показывающие, что подъемная сила крыла ослаблена и устойчивость полета ухудшена. Испытание самолетных моделей в аэродинамической трубе является основой для создания новых типов самолетов. Тут полное ощущение, что стоишь внутри турбины самолета. Хотя вот эта ее часть так и называется – сопло. Ее сечение не круглое, а эллиптическое. Тут в высоту 14 метров, а в ширину 24. Самая большая аэродинамическая труба в Европе, в которой в разные годы испытывали Ту-154, затем советский «Конкорд» Ту-144, а совсем недавно «Суперджет-100». Все трубы ЦАГИ различаются по размеру и по скорости. Все готово, можно запускать трубу. В крупнейшей 101-й испытывает все, что летает в режиме взлет-посадка. Это планирующий парашют «Кобра». В 104-й в том же режиме тестируют двигатели. Те же самые поддерживающие устройства, диффузор, ну, в принципе, схема одна и та же. В 106-й достигают скоростей, сравнимых со скоростью звука. Это модель самолета МС-21. Из-за особенностей крепежа его фиксируют в перевернутом положении. Этот самолет придет на смену самолету Ту-154 и будет конкурировать с зарубежными самолетами. В самой современной трубе Т-128 проводит испытания крейсерских режимов самолетов. Да, это типовая модель самолета, которая испытывается в этой трубе. Все модели, которые тестируют в ЦАГИ, в основном не в натуральную величину. В противном случае размеры труб и их стоимость были бы запредельны. Но даже на этих моделях отрабатываются ситуации, повторить которые на реальных машинах было бы просто опасно. Единственное исключение – статические испытания. Сейчас самолет догружается теми же самыми нагрузками, которые могут возникнуть в полете. И нагрузки реальные, и самолет в натуральную величину. Здесь его в буквальном смысле ломают, чтобы понять пределы прочности конструкции. Для ЦАГИ этот принцип сохраняется уже 90 лет. Любые проблемы, которые могут возникнуть в воздухе, стараться решать на земле. Антон Войцеховский, Игорь Тихонов, Первый канал.